Впервые вышла в газете «Правда» статья спецкорреспондента «Правды» Виктора Глебовича Верстакова. И я вам скажу, я получал от родителей письма из Магадана. Получил письмо, где отец писал мне: «Вова, мне весь город звонит, потому что написали про вас». И впервые там было понятно, что мы там не только муку раздаем. Это была первая статья в газете «Правда». И первая статья про наш полк. И поэтому, Виктор Глебович, я сегодня его вижу впервые после ноября 81 года. Вот, Виктор Глебович. Спасибо ему, да, большое, потому что это наш самый первый и самый главный вдохновитель нашего полка. Спасибо. А я еще хочу добавить, вот, я так говорю, как говорит Глебов, перекурим руки, ему, короче, увидеть, да? А потом еще дать время Верстакову. Он очень редкий гость. Нет, кончай, все. Ребят, по информации, он был раньше меня. Я после здоровья появился. И много песни книгу написал. Афганский про Файзабад. Морозов, я полчаса уложился, ты тоже полчаса уложился. Я уложусь полчаса.